Здравствуйте, друзья! На связи Александр Утесов. И сейчас я вам покажу, как мы в нашей команде работаем с холодными контактами, что на выходе нам дает заинтересованную аудиторию, которая идет дальше в подписку и становится нашими партнерами в тех бизнесах, которые мы продвигаем. Итак, сегодня речь пойдет о программе, которая работает в Скайпе. Это отличная программа, которая делает всю рутину, которую раньше делали люди руками, делает за вас. Нам необходимо будет загрузить в нее заранее заготовленные аккаунты из текстового документа. Аккаунты мы покупаем в магазине очень дешево, то есть расходники для этой программы стоят дешево. Покупаем в магазине, ссылку на который вы найдете под этим роликом. Далее мы подгружаем сюда контакты получателей нашей информации. Контакты мы собираем другой программкой. Как вы можете видеть, я загрузил сюда аккаунты для рассылки и уже загрузил контакты получателей. Программа очень проста. Можно назначить определенные задачи, то есть ваши аккаунты могут добавляться к загруженным контактам и отсылать им вашу рекламу. Также может происходить просто рассылка рекламы уже имеющимся контактам. И есть комбо-режим, который позволяет сделать такую рассылку, которую увидят ваши контакты, даже не приняв запрос от ваших аккаунтов. В работе программы есть определенные тонкости, о которых я рассказываю в другом видеоролике, который посвящен конкретно настройкам этой программы. На данный момент я вам хочу показать, как работает рассылка. Итак, для того, чтобы рассылка началась, я нажимаю на кнопочку «Начало рассылки», и мы можем видеть в окне, как запускаются потоки Skype, запускается рассылка сообщений. В данный момент все аккаунты начинают входить в сеть. Итак, мы можем видеть, что рассылка сообщений уже началась. Во вкладке «Диалоги» мы можем увидеть диалоги, которые появятся, а не обязательно появятся. Здесь тут же можно ответить людям заинтересованным и перевести их в дальнейшую работу. Я поставлю видео на паузу, и после того, как рассылка произойдет, я возобновлю запись видеоролика. Итак, друзья, наша рассылка завершена, наше сообщение ушло на большое количество контактов. В результате люди прочтут сообщение, и те, кто заинтересовался информацией, перейдут по нашей ссылке. Ну а дальше дело техники. Программа у нас стоит на удаленном сервере. Это очень удобно, хотя в принципе можно пользоваться ей и на компьютере. Подробный обзор, как работать с этой программой, получают участники нашей команды. Для того, чтобы получить эту программу, вам необходимо обратиться в Skype, который вы увидите под этим роликом. Там же вы найдете ссылку на магазин аккаунтов, в котором продаются хорошие аккаунты довольно дешево. Там же вы найдете ссылку на удаленный сервер. По всем возникающим вопросам участники нашей команды могут обращаться непосредственно ко мне или к Александру Жарикову. До новых встреч, друзья!